Мы ушли. И уйдем еще глубже. Мы не стесняемся, я вам скажу. Мы потеряли человеческое обличие. И не зря. И не зря. Потому что ныне я жив. Ни вида, ни величия. Вот они когда встречали Христа, они говорили, нет. Это не он. Ни вида, ни величия. Потому что Христос, он не замыкался на себе там. Под, как правильно, бороду подстричь, там, да, мода, там, усы подкручивать. Ему некогда было, знаешь. Он был все время пьяный духом, понимаешь? Он постоянно, он, понимаешь, к нему шли толпы людей. Толпы, и он всех исцелял, и все. А людям это некоторым не нравилось, что они хотели виды величия. Ну, дайте нам хоть немножко величия и вида. Нет, нема. Ни вида, ни величия, ничего нету. Да, есть только позор на кресте. Просто тебя убивают, распинают, раздевают, издеваются. И все на это смотрят, понимаешь, хлеба и зрелищ. Вот что, как мир относился к Христу и до сих пор как бы во многом так же относится, понимаешь. Но Господь, Он взял вот наши вот эти все слабости, страхи, да, и распял на кресте, и теперь я новое творение во Христе Иисусе. Да, и все древнее прошло. Я не отождествляю себя с тем человеком, который был грешник. Я отождествляю себя с новым творением во Христе Иисусе. И это чего-то стоит, потому что нужно постоянно обновлять разум, да, обновлять, потому что кровь, какие-то наследственные какие-то или там привычки, они приходят и говорят, ты вспомни, да. Ты вспомнишь, как бывало, отрядный запивало, там, или там, запивало. Да вспомни вообще, кто ты. Вот. Но я не хочу этого знать. Почему? Потому что ныне не я живу, но Христос. Но и это нужно, это как, я не знаю, надо постоянно отжиматься. Духовно. Или не отжиматься. Аллилуйя. Мы ведем свой репортаж, именно на меня смотрит стеклянный глаз. Стеклянный глаз. Это часть этого мира, я вам скажу. То есть мир, он смотрит, и я говорю тебе, мир тебе. Если тут стеклянный глаз.